Ну говори, говори. А вас там много девочек было? Короче, я не знаю, кто-то приходил, ставили у стены, потом уводили. То есть, ну непонятно. Ну, да, мы стояли все за стеной, к стене, руки назад. Если, ну, не дай бог, что могли к земле. Ну, то есть, как собаки, как 41-й год. А какого числа, скажи мне, вас задержали? Вчера. Вчера забрали и так издевались. Тут еще не сильно издеваются, а в РУВД там били конкретно в этом бусе ОМОНовцы. 10 штук меня били. Дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят. Сказали, выебут так, что мама не родная, не узнает. Ну все, все, малышечка, крошечка. Сказали, вы все типа против Лукашенко, вы быдло тупое. И нам платят не 900, а 5000. Вы все типа чвошники, куда вы выходите? Кто вы все такие тупые? Живот, меня просто животным обзывали, ко мне так и относились, как к животному. На землю, на колени пихали. 10 лет обещали вообще, за что? Кричали, что я террористка. Начали прессовывать того, что я вообще не делала.